Пятый канал представляет. Закончил работу. Ну, спецзадание. Ну, сверху спустили, да. Ну, прости, что не предупредил. Ну, вот. Да, хорошо. Ну, целую. Хорошего дня тебе. Пока. Фу. Значит, я опять для тебя спецзадание? Ну, как ты хотел, чтобы я объяснил? Что как студент после бурной ночи заснул там, где... Не сердись. Да вот именно, что мы как студенты, то там, то сям. Ну, романтично же, а? Ты задавала мне твоя эта романтика. Ну, Варя. Откройте, полиция, мы знаем, что вы там. Жил как дебил. И сдох дебилом. Доброе утро, Варвара Андреевна. Продуктивное совещание с утра – залог хорошего дня. А вас еще не уволили? А вы повторяетесь. Так 3 рапорта уже за этот месяц написала. Стабильность. Неужели 3-й? С другой стороны, вас тоже можно понять. Отчего вы на людей срываетесь? Я бы сказал, не до... Не до что? Неопределенность. Ну, во-первых, майор Шведов – это не ваше дело. А во-вторых, идите работать, а то и 4-й не за горами. Знаете, для меня это было бы крайне нежелательно, поэтому я, пожалуй, последую вашему совету. Хорошего дня, Варвара Андреевна. Володя, куда ты его? Он же старый. Покрашу, вещь будет. Внимание. Это что такое? Вещь? Вещь, док. Значит так. У нас резонансное дело. Убили нашего коллегу, капитана полиции из Волховстроя, Смирнова Петра Ивановича. В Санкт-Петербурге находился в командировке. А мы при чем? Морда кирпичом. Прокуратурой сформирована оперативно-следственная группа, вас направляют на усиление. Почему-то. Это дело под особым контролем, поэтому, ребята, я прошу вас, не облажайтесь, как обычно. Есть, как обычно. Удостоверение, кошелек, паспорт, квитанция из гостиницы на Смирнова Петра Ивановича. Как думаешь, Спасский, что Петр Иванович делал в этом притоне один и без подкрепления? Участковый говорит, здесь постоянно всякий криминал ошивается. Кто месяцами живет, кому-то на сутки перекантоваться. Не у всех ведь на работе диван стоит. Да. Так, я, в общем, считаю, что дело раскрыто. Можем идти за премией? Ничего не перепутали? Чего? Вам убийцу надо найти, а не труп. Ну, так мы ищем. Спаски, ты не видел убийцу? Убийцу? Не видел. Ну, я сейчас за диваном посмотрю. Хорошо, я здесь поищу. Придурки. Нет убийцы. И у меня нет. Варвара Андреевна, спецтранспорт прибыл, мы можем тело отправлять? Отправляйте.
И вам здесь тоже больше делать нечего. Идите пообщайтесь с соседями. Здравствуйте. Смирнова Анна Алексеевна? Здрасте, это я. Я за документами приехала. Да, но сначала на опознание. А это обязательно? Конечно. Мы для этого вас и вызвали. А может, я не буду смотреть? Все подпишу, что надо, а смотреть не буду, а? Я и так на него за всю жизнь смотрелась. Это вы сейчас про своего мужа говорите? Ну да, про бывшего. А вы в разводе? Но он же умер. Это же тоже считается. Нет, сначала на опознание. То есть даже звука выстрела не слышали? Да я вообще ничего не слышал. Я домой пришел с работы, спать собирался, тут вы. А у них здесь никто никогда ничего не слышит, не видит. Крысиная нора. А вы чего орете? А я не ору. Ладно, а хотя бы скажите, кто жил там до этого? Да гастролеры какие-то не местные. Почему не местные? Потому что на машине приехали, номера чужие. Я им в первый же день колеса. Нечего на чужое место ставить. А у вас машина есть? Нет, но будет. У них какая машина? Вы ее сразу найдете, вон во дворе стоит, номера сбриты. Хорошо, пойдем, фоторобот составим, потом спать будешь. Да хоть два. Ой, не могу я. Не могу, какой кошмар. Ой. Гражданка Смирнова, вы подтверждаете, что погибший ваш муж Смирнов Петр Иванович? Что? Извините, но мне нужно словесное подтверждение. Подтверждаю, подтверждаю. Да. Можно мне уйти? А, еще не все. Скажите, а у вашего мужа были какие-нибудь физические особенности? Ну, может быть, шрамы, татуировки? Нет, не было никаких. Никаких. Никакой он был. Никаких особенностей ни физических, ни душевных. Ой. Но, может, переломы? Нет. Так, понятно. Ну что ж, тогда подпишем документы, да и можете быть... Уберите вы его. Давайте. А можно мне с вашим начальством переговорить, а? По поводу? По поводу мужа. О, наша машина! Я не разрешаю вскрытие машины без постановления. Варвара Андреевна, без вашего ведома у нас муха не пролетает. Вы чего? Я вот уже и служебную записочку подготовил. Прошу вас. Прошу предоставить мне служебное жилье надлежащего качества. Это что за бред? В смысле бред? Смотрите, а в наше время оставлять машину не запертой. Безобразие. Я на вас рапорт напишу. На меня? Уже четвертый будет. Еще один. И можно увольнять. Прошу вас. Черт знает, что такое. Ну где документы из Волховстроя? Звонил представитель их аппарата. Они остановились на трассе. Машина сломалась. Козьи морды. Как будто не их опер у нас в морге лежит. Но пока они не приехали, мы знаем, что Смирнов занимался делом об ограблении почтового отделения Волховстроя. Детали только лично в руки. Ну, понятно, процедура. А что по найденной машине? Машина в угоне, угнана как раз в Волховстрое, поэтому все сходится. Вот фотографии с трассы. Там лиц не разобрать, но с нашими фотороботами нормально. Значит, на угнанной машине они доехали до Питера, их никто не остановил. Это у меня в отделе бардак. А чего они в Питер-то сунулись? На экскурсию приехали? Ну да, по ленинским местам. А что по вдове? Ну, я понимаю, что горе, но все-таки аккуратно как-то надо бы. Ну, это случай особый. Я теперь точно долго не женюсь. Слава, по одной ты не суди. Да-да, пойдите. Извините, мне долго еще ждать? Будьте добры, пару минут, мы заканчиваем. Ну, ребятки, давайте, продолжайте работать. Если что-то новое, то сразу ко мне. Давайте. Будьте добры,
Проходите, прошу вас. Здравствуйте. О, Магомедов. Хоть сюда. Послушай, помощь твоя нужна. Какой вопрос, брат? Ты же раньше в автосервисе работал. Ну, было дело. Ну вот. Короче, бампер надо поменять. Только он другого цвета. Угу. Сделаешь? А сколько платишь? Нормально плачу. Угу. Сделаю все в лучшем виде, начальник. Спасибо. 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 Короче, идешь в архив, поднимаешь все дела по квартире, где убили Смирнова, выписываешь всех, кто там когда-то проживал, имел связь с хозяевами и так далее и тому подобное. Да это ж работа непочатый край. Ну а как ты думаешь? У нас рабов нет, все сами. Зато представляешь, найдешь ты что-нибудь важное, мы преступника возьмем, а тебе премию дадут. Да не нужна мне такая премия. Ну, во-первых, это приказ. А во-вторых, я хотел, чтобы был сюрприз, но ладно, скажу сейчас. Там такая архивариус, просто богиня. Будешь должен. Блин, так бы сразу сказали, что дело государственное, кажется. Вот сделано, мужики. Давай. Еще раз приносим глубочайшие соболезнования. Анна Алексеевна. Да, Анна Алексеевна. Ну вот, как говорится, чем можем, поможем. Может быть, чай, кофе? Нет, нет, спасибо. Ну вот. Я вот по какому делу, Кирилл Андреевич. Антонович. Кирилл Антонович. А, простите. Угу. Кирилл Антонович. Угу. Я по поводу компенсации. Ну, или пенсии, я не знаю, как у вас правильно называется. Извините, недопонял. Ну, Петя умер. Так. Мне же что-то положено за это. А, ах, ну, конечно, мы выпишем все нужные справки вам. Но все остальное оформлять надо по месту службы вашего мужа. Угу. Хорошо. Вот, так что. Ну, а печенье у вас найдется? Что? Я бы тогда чаю выпила. Ну, я же с дороги. Ах, в этом смысле, ну, естественно. Здрасте. Есть кто? Да-да. Сейчас. Иду. А вот и я. Здравствуйте. Здрасте. Стася. Веня. Очень приятно. Я за делом, в смысле, посмотреть материалы по с квартирой, которая связана. Вот. Угу. Ну, давайте посмотрим. Костюш, ты чего? Привет, пап. А я вот тебе покушать принесла. Ты, наверное, за ночь сильно проголодался. Настя. Спасибо тебе, конечно. Но я мог бы в столовую сходить. Да, но это же домашнее, с любовью. А вы... Варвара Андреевна. Варвара Андреевна, вы вчера тоже в спецоперации участвовали? Извини, Настя, это секретная информация. Крайне секретная, а тут даже звонить нельзя. Кирилл Антонович, я буду у себя в кабинете. Настя, была рада познакомиться. А я-то как? Приятного аппетита. Спасибо. Кушай, кушай, папочка. Спасибо, спасибо. Настя. Ой. Скажи, а у Спасского есть девушка? Я, конечно, понимаю, что мы с тобой не друзья. Но чтоб настолько... Обычно к ней орех ходит на спор. Я вообще либовую свадьбу разыграл, лишь бы отстала. Ладно, я вроде еще как легко отделался.
Тут, правда, документов на 2 года вперед. Легко никто не обещал. Зато интересно. Читай, читай, там иногда смешно бывает. Венечка! Вы, наверное, мне совершенно другой номер продиктовали. А то я звоню, а там совершенно другой голос отвечает. Хорошо, что догнала, а то бы пришлось в отдел звонить. Давайте я вам помогу. Вы куда? В отдел? И пойдемте прогуляемся. У нас часто командировочные ночуют, и мы на многое закрываем глаза и лишних вопросов не задаем. Так, номер двухместный. Почему числится один проживающий? Ну, это же командировка. Никто же он в нее с собой не берет. Я жену в командировку беру. Вова, сейчас не про тебя. Получается, в самый важный момент вы зажмурились. Камеры не работали. Получается, мы никак не можем узнать, кто скрасил ночь нашего погибшего. Ну вот, вы все сами прекрасно понимаете. Да, я все прекрасно понимаю. Значит, Вова, очкарик едет с нами в отдел. Если он помнется, никто не заметит. Только не как в прошлый раз. Пускай он хотя бы останется живым. Не, ну я за себя не ручаюсь. Так. Я, конечно, ничего не видел, но копию паспорта сделал. Показывай. Так, а личные вещи где? Честное слово, номер был пуст. Вова? Ну, они ключ не сдали, залог остался. Показывай. Так. Спасибо за помощь следствию, а это... А это будет как... вещдок. Я конфетку возьму. И для дочки. Спасибо. Добрый день, Аркадий. Какими путями в мою убогую скупку? Надеюсь, не по нужде? Мне паспорт нужен. Загранник, срочно. Ну, это в госуслуги. Я паспортами не торгую. Вот могу предложить ударника коммунистического труда. За 200 рублей. Да не до шуток мне, отец! Извини. Понимаешь, я тут по пьяни 2 уродов вольнул. Никак мне нельзя в госуслуги. Я уверен, у тебя есть люди, которые могут закрыть на это глаза. Я заплачу, очень хорошо заплачу. Чем не могу помочь, Аркадий? О, пила. Ломаная, наверное. На вью! Всего за 6000. О, а ничего! Больше! Больше! Стойте, не надо! Я все делаю! Ударника тоже забираю. Стася, да неудобно. 4-я кружка у меня. Там уже весь отсек полный. И мы тут с вами еще один на один сидим вдвоем. А сейчас кто-нибудь зайдет. А я с такой обворожительной красоткой тут. И часики у вас уже тикают. Перерыв, в смысле, закончился. Ну, хорошо. Вечером я вас тогда подожду возле отдела. Сходим куда-нибудь поужинать. Ага. Я и сама неплохо готовлю. Ну. Веня. До вечера. А, да. Здрасте. Это вы заявление писали по поводу угона желтого минивэна? Номер Татьяна 672, Вениамин Евгений. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам пирожки с мясом, с капустой.
За качество я отвечаю, иначе бы я здесь не работала. Мы к вам по делу. Вы Смирнова Петра Ивановича знаете? Да. Да. А что? Мы вам соболезнуем, но его убили. Как? Как убили? Когда? Сегодня утром. Ориентировочно 9:00. Когда вы с ним последний раз виделись? Про гостиницу мы все знаем, поэтому можете ничего не скрывать. Когда вы виделись? Вчера. Вчера из гостиницы разъехались и больше не виделись. Никаких вещей в гостинице не осталось? Вещей? Я с одной маленькой сумкой приехала. Что-нибудь необычное не заметили? Возможно, он что-то рассказал о своем деле, над которым работал. Нет. Я, знаете, далека от этих полицейских тем. Может быть, у него в Петербурге есть какие-то знакомые, или он упоминал кого-то? Как-то про коллег рассказывал, но у них отношения плохие были, не общались почти, я больше ничего не знаю. Вы не подумайте ничего. У нас с Петечкой любовь. Я знаю, что он женат, но... Да про это вообще не переживайте. Мы, если что, вас в отдел вызовем. Извините. До свидания. Наш общий знакомый попросил с вами встретиться. Я так понимаю, что ситуация неординарная и требует срочного оперативного вмешательства. Мне нужны данные по паспортам, которые вы сделали вот для этих людей. Я не разглашаю такую информацию. Врачебная тайна, сами понимаете. Да как же клятва Гиппократа? Ваши пациенты убили моего коллегу. Их фото уже на всех КПП. Мы все равно их поймаем. Вопрос только в том, останетесь ли вы на свободе. У меня был другой анамнез. Мне сказали, за ограбление без жертв. Хорошо, давайте я вам вышлю их антропометрию. Только документы они забрали один. За второй заплатили аванс, но он так и остался в картотеке. Ничего, возьмем одного, второго сразу найдем. А по мне? По мне какой прогноз? Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Я слышала, что за помощь полиции бывает вознаграждение. Конечно. Что может быть ценнее свободы? Я поняла. Поняла. Бинго. Выиграл? Поздравляю. Да нет, работаю. Нашел билеты, купленные на загранпаспорт. Надо скорее брать злодеев. Какого хрена? Ну а что ты предлагаешь их отпустить в свободное плавание? Вон они и так на пароме собираются. Да я не об этом. Смотри, какого цвета бампер? Так а что ты, Вова? Хороший цвет, это деревенских лугов. Да и какая разница? Все равно никак цвет на скорость не влияет. Поехали на задержание. Сейчас позвоню Шведову, нужно организовать подкрепление. Ну что, начальник, четкий бампер? Магомедов, я тебя в какой цвет просил покрасить бампер? В тот. Но ты не видишь, что он не в тот, не в цвет машины? Ой, мамочан. Вах, не ругайся, сейчас все четко сделаю. Смотри, чтоб к вечеру было готово. Конечно, начальник Джан. Вов, ты молодец. С таким настроем нам никакое подкрепление не понадобится. Не, ну а чё? Входы и выходы перекрыты. Таможню предупредили. За бугор они не пройдут. Отлично, будем на связи. Чё, братцы, пойдем внутрь осмотримся. Вову, Слава, давайте наверх. Мы со Спасским первый этаж возьмем. В очереди мужик в зеленой куртке похож. Который? Вова, вон там в зеленой куртке. Ага.
Так надо брать? Да. Я говорю, похож. В общем, я сейчас пойду с другой стороны зайду, а ты встанешь в очередь, понял? Ты понял? Да понял, я понял. Аккуратнее, можно? Чё? Вы вообще как себя ведете? Да я занимал здесь. А куда ты прешь, Громила? А очередь не видно? Не для тебя? Я занимался. Что ты занимал, а? Занимался. Ты горилла недоделанная. Ты понимаешь, люди в отпуск. Ты тут занимал. Что ты занимал здесь, а? Господа, полицию вызовите кто-нибудь. Здесь оскорбление. Да я сам тебе полиция. Чемодан! Ворую! Держите вора! Трехочковый. Yes. То есть ты с ним почту ограбил? Ну да. А что ты удивляешься? Мы в школе с ним дружили. В компании в одной были. Да что ты гонишь? Ты с полицейским грабил почту? Каким полицейским? На почте он всю жизнь проработал. Ты о ком вообще? О Паше, которого я убил. Так, погоди. Пашка — это твой подельник? Да. А полицейского ты до этого грохнул? Да не грохнул никакого полицейского. Это бред какой-то. Чего вам непонятно? Мы машину дернули, до Питера добрались, должны были дальше к моим ехать. Но слежку заметили. Решили загранку дернуть. Ну, чтоб наверняка. Я нашел, где документики подправить. Паша пошел валюты прикупить. Ну и, похоже, мент там ваш на него вышел. Паша у него ксиву забрал и решил меня подстегнуть. Дурака. Откройте, полиция. Ну, я его завалил через дверь. В общем, сам виноват. А куда он мента вашего дел, я просить у него не успел. Ну, вроде ясно. Так, давай-ка теперь еще раз и под запись. Про мента там только ничего не пиши. Я считаю, так-то за вашего отомстил. Слышь, мститель, это ты своим новым друзьям на зоне расскажешь, вот они оценят. Кстати, в документах по нашему делу тоже ничего нет. Ну и где нам теперь искать этого Иваныча? Получается, Галина была последняя, кто его видела. Ну, она же сказала, как вчера расстались, он ей больше не звонил. Вова, не виделись, а не не звонил. Слава, а пробей утром мобильник Иваныча, у трупа его не было. Слушайте, я там нашел дело по угону, и там ВИН-номер. Не, ну а что, нормально. Нормально? Я же тебе сказал, что у бампера не тот цвет. Да ладно, Вова, зато он у двери теперь тот. Начальник, так у меня такой цвет нет. А в этот хоть всю тачку перекрасить можно. И платить не нужно. Конечно. Я же так чисто по-братски за полцены. Лучше беги. Беги, Вова. Пойдем дорогу. Не, ну а чё? Зато бесплатно. Так, вроде правильный адрес. Ну, последний раз телефон здесь засветился. Бред какой-то. Мы по нему скорбим, он оказывается живой. Так он, может, мертв. Не, Вов, ружье два раза не стреляет. Там же обрез. Кто там? Полиция. Здрасте. Здрасте. Ну чего? Здрасте. Еще раз. Ну чего, где ваш Ромео свежепочивший? Петя? Да? Петь, к тебе полиция. Иду. Ну и что? Как там на том свете? Забавно. Ага, забавно. Ну, в общем, эти двое ограбили почту и махнули в Питер. У меня ее отправили. Сказали, если нужно будет подкрепление, чтобы к местному обратился. Ну, это все понятно. Дальше что?
Ну, а дальше на грабителя я вышел быстро. Одного из них я знал. Он еще у нас в детской комнате милиции на учете состоял. Ну, а когда за ними следил, меня кто-то по башке шарахнул. Ну, очнулся. Ни денег, ни документов. Что делать? Галюшку нашел. Я с ней еще по школе был знаком. Вот она и приютила. Чего вы своим коллегам-то не позвонили? Чтобы они мне выговор впаяли. Ну, я когда за ними следил, пригубил чутка. Ну, бывает у меня минута послабления. Они меня за алкаша считают. Знакомо. И жена еще третирует постоянно. Видели, знаем. С такой бы и я запил. В общем, дело раскрыто, удостоверение ваше у нас. Оформим все как спецоперацию, и никто ничего не узнает. Вот спасибо. Да, ребята, у меня к вам просьба большая. Вы не говорите пока моей жене, что я это того ожил. Поживу еще хоть спокойно. Да не вопрос. А. Это принадлежит вам. Спасибо. Здрасте. Привет. По поводу фары от Володи созванивались с тобой. А, проходи. Сейчас достану. На, держи. Давай. Ну, подходит? Еще посмотрим. Так, 160 BE-234. Супер, супер, отлично. Так, а что-нибудь еще интересненькое есть? Да полный склад. Назови любую марку машины, достанем любые запчасти. Отлично, отлично. Ладно, это мы потом с тобой поговорим. Кстати, можешь меня поздравить. У меня первый раз, так что в одиночку. Ты о чем? Да, подержи. Сейчас поймешь. Ты что, нормально же общались? Так, фару. Ты куда? Мужики, мужики, забирайте. Это какая-то шутка? Василий, поздравляем вас. Вы задержаны по подозрению в угоне автомобиля и перепродаже его краденных автозапчастей. Аккуратней. Я сам. Васек, привет, а ты че это в наручниках? Володь, да ошибка какая-то. Задержан твой, Васек, за угон и перепродажу машин по частям на детали. Не может быть. Может, Вов. И бампер твой тоже. Что? Че, отдать надо? Как я без бампера? Да, и дверь снимать надо, на вещдоке пойдет. Ага. Ну ладно, без бампера, но без двери-то как? Как, Володь? О, богиня твоя идет. Венечка! А вот и я. Ты скучал? А я прям очень-очень. Ты уже освободился? Пойдем, тебе борщом накормлю. Сама готовила. Слушай, тут такое дело. В смысле, тебе поработать еще надо? Да. Нет, не в этом дело. Ты очень красивая девушка. В смысле, женщина. Очень активная, вот. Просто пойми, у меня... Ты пойми, я просто... У меня другие интересы по этой части. Вот. В смысле? Ты хочешь сказать, что ты... того? Чего? По этой части. Да. Знаешь, я знала, что так может быть. Ну, слишком ты какой-то смазливый. Да. Ну, ладно. Когда-нибудь ты встретишь мужчину, который осчастливит тебя.
Пока. Закончил? Mm-hmm. Устал? Mm-hmm. Чаю хочешь? Mm-hmm. Слушай, а может поедем перекусим? Дело раскрыли за один день. Просто праздник какой-то. Mm-hmm. Только давай завтра. Я с этим нашим спецзаданием так проштрафился. Обещал ужин сегодня приготовить дома. Ну, завтра так завтра. Пойду вон Спасского позову. Он вмиг согласится. Даже думать не будет. Варя, ну зачем ты так, а? Ладно, расслабься, шучу. А чай? Настюш, все, я закончил, еду домой. Буду через 30 минут. В магазин заеду. Пап, я не дома. То есть как не дома? Не, сегодня не получится. Прости, пап. Подожди, я думал, мы поужинаем вместе. Я на спецзадании. Целую. Какое спецзадание? Привет. Ах ты, гад! Да я тебя! Да я тебя! Ань, ты чего? Никакого толку от тебя. Теперь компенсацию за тебя не получу. Ань, ну нельзя же так! Как? Как можно? Ты мне скажи, как? Из долгов не вылезаем. Думала, хоть час с ними разберусь. Аня, а тебя только деньги не интересуют, да? Мы же вообще-то семья. 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 Одно название только. Семья. Я хочу развод. Ты знаешь, я многое понял, когда умер. Я не хочу другой жизни. Я не могу так больше. Ну, катись. Катись. А знаешь, все будет у меня хорошо. Чего я тебе желаю? Дверь закрой. А, ну ты что, обиделся, что ли, брат? Я же от всей души старался. Я тут подумал, холодно же, зима. Вот тебе подарок от всей души. У бати в тракторе на седухе такой же был. Ах, угодил! Тихо, брат, сломаешь меня. Пойдем чай пить.